Олег, и всем тем, кому это самое. Видишь пики? Это то, что надо получить. Вот тут еще пастелеграф подключен. Резонансный конденсатор, трех витков обмотка. Вот идет на индуктор 5 метров. А другой конец осциллографа на минус подключен. Я его вытащу. Вот так тогда выглядит. На минус, а минус на землю. Теперь включил трансформатор тесно. Вот это тут подается 130 вольт и 19 метров пол длины вторичка. Вот идет на такую катушку, как бы чтобы частоту понизить, а потом на антенну идет. А если осциллограф щуп повесить вот сюда, вот, тыкнуть возле тены, тут возле этого индуктора, то получается вот такие прямоугольники. Если воткнуть, ну в руках держу прямоугольники. Это может от минуса. Нет, это, наверное. Минус убрал. Все равно прямоугольник. А вот на самого индуктора. И вот можно. На один конец съемный. Получаются вот такие. Тоже прямоугольники. О. Он не синус. А если второй конец подключают, то они четкие становятся. Вот. На выходе прямоугольники. Вот это перед диодным мостом. Вот какие-то немножко порванные какие-то импульсы есть внутри. Да я частоту регулирую. Такие. Вот теперь подключил параллельно индуктор, осциллограф, вот один, вот другой. Вот какие верхушки.
теперь подключу это управляемое тесло. Вот. Появляется такой шум. Накладывается. Обрастает. Вот такая сонограмма, как у Руслана. Ты вверх и вниз. Вот на этой стороне больше вниз. Может, тут как-то ключи лучше закрываются. Это просто частоту подобрать такую, но вот тут нет места. Вот так. Тоже нет. Тут на боку. О.